вот такой чайник сейчас буду тестировать. Купил у Тани на Заглобе в Познане, в хостеле. Он на 24 вольта, 250 ватт, литровый. Сейчас попробуем. Ну вот, подключил его. Написано, надо два раза его вскипятить и вылить воду, чтобы там типа чистая, наверное, была, без запахов. Включил, налил немножко. 0,6. Он литровый. Да, вот подключил его сюда, 24 вольта. Подходит, кстати, обычная его штатная это самая вилочка. 0,4 это штыречек. Хотя там я еще взял на всякий случай переходник. Купил тоже Тане. Ну, вот здесь, оказывается, такой подходит штатный. Тот, видимо, какой-то поуже, что ли. Узкий. Чуть-чуть потоньше. Ну, такой размером поменьше. Так, ну вот 15 минут прошло. Вот 0,6 я заливал, и он отщелкнулся, лампочка. Типа он вскипел. Ну вот, показываю, что у них вскипела вода. Ну вот и все, 15 минут, вот 0,6. На стаканчик мне хватит. Китайские поделки, как обычно, себя оправдывают. Свое название, что это дерьмо полное. О, загорелся. Вот так вот щелкаешь. Он то горит, то не горит. Что это может быть, интересно? Релюха там, что ли, не замыкается? Приходится щелкать минут 5, наверное, вот этим выключателем, щелк-щелк-щелк, чтобы лампочка загорелась. Честно говоря, я не электрик, и только могу догадываться.